Добрый день, дорогие друзья! На связи Вова Смарт. И сегодня мы поговорим, как можно автоматизировать работу в Twitter. Я пользуюсь программой Twidium. Это программа для умного масс-фолловинга. Сразу скажу, что программа платная. Я плачу всего 2 рубля 36 копеек в день. И получаю очень хороший функционал, очень хороший инструмент для автоматизации моей работы. По сравнению с этой программой, TweetBooster нервно курит в сторонке. Смотрите, как работает программа. Вы делаете умный масс-фолловинг, то есть вы по ключевым словам для вашей целевой аудитории, а целевую аудиторию вы четко определили в видео номер 2, вы делаете 200 запросов в день, начинаете читать 200 человек. Вам люди начинают отвечать взаимностью. Где-то от 20 до 40% начинают читать вас, становятся вашими читателями. Ну, минимум 40 человек в день. И если у вас здесь есть ссылка на ваш сайт, и если тоже здесь вот в твитах есть какие-то ваши ссылки, они отображаются у ваших читателей, потому что они следят за вами, и они переходят на ваши сайты. Тем самым Twitter очень хорош для раскрутки сайтов. Смотрите, как работает программа. Давайте откроем программу. Так, она у меня открыта. Вот она. Вы скачали бесплатную версию. Затем купили программу. У вас там будет ключ. Имя и ключ для активации. Вы вот в этом разделе активируете. Программу перезапускаете. И дальше заходите в настройки. Выбираете настройки аккаунтов. Здесь вот мой аккаунт. Можно большое число аккаунтов сделать. Чтобы добавить аккаунт, нужно вот эту кнопочку нажать. Добавить аккаунт. Вводите имя аккаунта. Можете нажать. Очень полезная штука. Показать пароль. Ввести пароль, нажимаете ОК, и у вас появляется здесь аккаунт. Если вы хотите удалить, вот можете удалить аккаунт, можете редактировать, можете очистить список и можете импортировать аккаунты из файла. Что вы делаете дальше? Вы нажимаете проект, создать новый проект, mass following. Выбираете аккаунт, для которого вы делаете масс-фолловинг. Вот я выбираю свой, Вова Смарт. Я использую где-то 50 ключевых слов для поиска целевой аудитории. Ну, сейчас я вам покажу, как добавляется. Нажимаете на кнопочку «Добавить ключевое слово». Напишем, допустим, «Бизнес». Вот слово здесь появляется. Так вы можете добавить 50 слов вот сюда, по которым вы найдете вашу целевую аудиторию. И обязательно нажмете «Проект» и сохраните ваш проект в удобном для вас месте. Давайте мы сохраним. Ну так я его назову. Какие же здесь есть настройки? Здесь очень много всяких настроек. Давайте пролистнем, посмотрим. Я советую вам оставить все как есть. И вот здесь вот очень важный момент. Фолловить не больше 200 аккаунтов. То есть вы масс-фолловинг делаете один раз в сутки. Иначе вас могут заблокировать. Нажимаете старт. И программа начинает делать масс-фолловинг. Соответственно, если у вас много аккаунтов, вы можете сделать проект. Как делается проект? Давайте посмотрим. Я нажму стоп. Вот, нажимаете проект, создать новый проект, планировщик проектов. У нас ругается программа, потому что проект не остановлен. Еще раз дублируем.
Вот, смотрите. Мы указываем последовательность проектов. Нажимаем сюда «Добавить проект». Выбираем вот эти ключевые слова, которые мы сохранили. Здесь выбираем аккаунт. Соответственно, когда у вас много аккаунтов, вы выстраиваете вот такой вот списочек. Потом обязательно сохраняете проект. Давайте вот так я сохраню. И нажимаете старт. И программа будет у вас по очереди каждый аккаунт фоловить. Что здесь есть еще? В Твидиуме есть, вернее не в Твидиуме, а скорее в Твиттере есть лимит 2000. Я вот специально вот здесь вот вам хочу показать. Когда вы набираете 2000 читателей, программа перестает делать масс-фолловинг. Что вам в этом случае нужно сделать? Вы открываете программу, выбираете проект, создаете проект, который называется unfollowing, то есть вы отписываете людей. Выбираете аккаунт, я выбираю свой VovoSmart. Вот здесь вот, ну сразу хочу сказать, что вот это вот количество считается за действие, и поэтому в один день нельзя делать масс-фолловинг и unfollowing. Я отписываю по 500 человек в день. Это можно, не забанят. Убираю вот здесь вот галочку. Включаются фильтры. И обычно я использую вот этот вот фильтр. Unfollowить тех, кого программа зафоловила не более 2 дней назад. Но я иногда исправляю на 5, потому что некоторые, допустим, люди не каждый день в Твиттере сидят. Кто-то раз в неделю заходит. И вы нажимаете старт, программа начинает делать unfollowing. Какие еще здесь есть нюансы? Смотрите. Вот. Есть такое понятие, как безоткатные аккаунты. То есть, сейчас в Твидиуме акция. Я не знаю, наверное, вы еще успеете, если вы купите лицензию на год или на два. Вы получаете в подарок 2000 безоткатных аккаунтов. То есть это аккаунты, которые в 70% случаев отвечают вам взаимностью. И вы можете фоловить их по списку и за где-то 10-14 дней, если вы по 200 будете фоловить, вы преодолеете вот этот вот лимит 2000 читателей, и уже таких вот ограничений, когда программа не будет вас фоловить, у вас не будет. Как это делается? Смотрите. Вы получили список безоткатных аккаунтов, но вы его получаете только когда оплачиваете программу. Нажимаете «Проект». Фолловинг по списку. Убираете ваш аккаунт. Выбираете вот путь к файлу со списком аккаунтов для фолловинга. Раз. Вот этот вот список. Я нажал «Открыть». Нажимаете «Фолловить без проверки». Потому что аккаунты безоткатные. То есть, а они вам как таковой трафик на сайт не дадут. Но зато вы преодолеете лимит 2000. И когда вы преодолеете лимит 2000, вы уже в день можете фоловить не 200, а 500. Вот видите, предупреждение выдает. То есть, когда вы преодолеете 2000 фолловеров, вы вот это вот 200 исправите на 500. И тогда трафик на ваш сайт будет значительно выше. Поэтому, если вы вот до этого момента до сих пор делали трафик на ваш сайт вручную, я вам просто не рекомендую это делать, потому что это неэффективно.
У вас будут красные глаза, вы будете похожи на зомби, вы заплатите за это своим здоровьем, но проще всего платить 2 рубля 36 копеек в день и иметь просто сумасшедший трафик. Я вот сам еще недавно использую эту программу, но говорят эксперты, что за год на одном аккаунте при грамотном построении работы можно набрать 400 тысяч людей, которые будут за вами следить. 40 тысяч, извиняюсь, один нолик на лишний приплюсовал. Если хотя бы 10% из них каждый день будут переходить на ваш сайт, это у вас будет трафик 4000 человек в день. Это просто сумасшедший трафик. За 2 рубля 36 копеек в день вообще ничего. Смотрите, если же вы хотите уже сейчас пользоваться данной программой, то я специально для вас все упростил. Вы открываете то письмо, которое к вам пришло, выбираете, какую вы лицензию хотите, на год или на 2 года. Но если вы на 2 года покупаете, вы экономите $27. Я вам рекомендую вот эту использовать. Нажимаете сюда. И программа стоит всего лишь 1700 рублей на 2 года. И вы получаете еще список безоткатных аккаунтов. Ну, чтобы скачать бесплатную версию, нажимаете «Подробная информация». И вот здесь вот скачать новую версию программы «Тведем». На сегодня все. С вами был Вова Смарт. Рад с вами поделиться своими эффективными наработками. Завтра вы узнаете, как автоматизировать работу в Skype. Не менее эффективный способ. До встречи завтра.